красим яйца к Пасхе чаем каркаде. Все делаем как на видео. Кладем чаек каркаде, сколько не жалко, водичка, яйца, водичка, чтобы полностью закрывала яички. Ставим на огонь, доводим до кипения. После закипания варим 10 минут. Вот первое яйцо я как раз таки после того, как отключила огонь, и достала. Два остальных я достала уже через 2 часа после того, как они полежали в чаечке. А еще 2 последних уже утром, то есть ночью они постояли в чаечке. Смотрите, какой цвет вам нравится больше. Мне нравятся вот последние темненькие и самый первый фиолетовый, такой, конечно, самый более нежненький получился. Уже оставляйте на ваше усмотрение, подбирайте по цвету, какие вам нравятся. Всем пока-пока!